Всем привет, всем здравствуйте! Вы Сарин, Якут в Америке. И на моем канале я вам сегодня сделаю обзоры на некоторые американские сумочки и на кое-какие другие аксессуары, и не только американские. А сначала хочу начать с объявления, что вы же обычно можете каждую красавицу приобрести, написав мне в WhatsApp, который находится в описании ролика. А в этот раз я хочу вам сказать, что, ребята, где-то с 15 июля по 15 августа приблизительно. Ну, как бы после 15 июля я уже не буду отправлять, а потом начну где-то с 15 августа. Я посылки отправлять не буду, потому что меня дома не будет. Вот. Поэтому все, кто заказал сейчас до этого, не волнуйтесь. Мы с вами успеем отправиться, все придет, и мы до 15 июля отправимся. Если мы что-то будем продолжать сейчас заказывать, и это не успеет прийти до 15 числа, то тоже это придет здесь, это как бы встретят, но я потом смогу отправить уже только когда я вернусь сама, никому я такие вещи поручать не буду. Поэтому хорошо подумайте, хотите ли вы в этот период сейчас заказывать что-то. Вот, это касательно вас. И, соответственно, все, кто держит у меня какие-то посылки, подумайте о том, что у вас есть время, пока там 2-3 недели до 15 июля, чтобы вы определились, чтобы я уже вам наконец-то отправляла. И, девчонки, кто в Казахстан, не волнуйтесь, я буквально 2-3 дня подожду. Казахстан, вот одна у меня Киргизия, одна Узбекистан. 2-3 дня подожду, и я отправлю все посылки на Москву, а девочка из Москвы вам разошлет, потому что я не хочу, чтобы они подвисли дольше. Как бы и так мы с вами ждем достаточно. Все остальные посылки в Россию, вот 90% летят, застряли несколько посылок с марта и пропали с радаров. Вот сейчас активный розыск с ними я как бы прохожу. И немножечко подвисли посылки. Почему-то три там, майских. Одна или две подвисли с номером, которые вот обычные, а так подвисли, которые мелкие. Вот что-то мы какие-то мелочи отправляем, поэтому я теперь не хочу отправлять мелкие вещи, когда я там вам считаю маленькие. Я буду отправлять общей посылкой маленькие, но пока вот эта вся ситуация с самолетами во всяком случае не наладится. Извините за долгое вступление. Следующее объявление такого характера, что вы мою сумочку часто спрашиваете, и их давно не было на сайте. Они появились на сайте Coach Outlet. Я вам сейчас вот сюда вот вставлю. Вот, появились, причем, по-моему, они с сайта бутика, потому что цвет вот такой именно появился, и цвет появился голубой. Секундочку. Потому что те, которые были по Coach Outlet, по аутлетовскому сайту, у них цвета были немножечко такие сиреневые. Ну, я думаю, что вы или знаете, или можно их увидеть в моих предыдущих видео. И были какие-то такие светлые, немножко другого оттенка. А сейчас вот именно вот такой цвет и голубоватый цвет появились на сайте с очень хорошей скидкой. У них нет вот этих ремней, как бы они отдельно к этим сумочкам ремни идут. Они идут вот такими цепочками. Вот, ну, обзоры я на сумочку делала, я думаю, все ее знают. У нее кармашек с этой стороны. Ну, красавица, конечно, обалденная. Все внимание на нее обращают. Она кожаная, подкладочка у нее. Это здесь вот от цветочков клепочки, как бы видны. Здесь у нее вот такой кошелечек вшитый. И здесь два отдела. Здесь у нее лейблочка. Ну, в общем, я так думаю, что они заканчиваются и из бутика. То есть все модели так заканчиваются. Теперь уже я могу сказать, что если что-то появилось такое, что было раньше в бутике, и сейчас появилось на аутлете, значит, эти модели будут выводиться. Может, они с какими-то поправками потом еще их сделают. Но вот пока... Ребята, кто хотел, так сказать, в последний вагон запрыгнуть, вот эти сумочки взять, мне кажется, это последняя возможность. Когда они потом и в каком виде появятся, они совсем в других, не в таких интересных видах появляются, потому что вот эти-то прям мне очень нравятся. Вот такое было объявление. Дальше, честно говоря, хотела сравнить две сумочки. Вот этот цвет и цвет тень, а оказывается, это, ну, как бы у меня нет цвета тень. И вот это, что ли, тень была, сумка с хобом. Что-то я сама заблудилась, не могу разобраться. Это тень или это не тень? Что мы с вами там заказали?
Вот такой тоже кошелечек с сайта Хоба. Ну, это как бы то, что я к тому, что продолжают заказывать. Вот, и обзор на эту сумку, как моя синяя, мы делали, потому что у них там какая-то цена там такая волшебная на этот цвет. Я почему-то думала, что это цвет тень, а это, по-моему, какой-то позеленовастее чуть-чуть. Дальше, вот такая красненькая красоточка сумка The Sac. Я раньше их вам часто показывала из скидочного магазина, а как-то все не хватает время последнее время. Ну, как бы добраться до этого бренда. А бренд-то вообще очень мягкий и очень удобный. И это говорю к тому, что у меня вот, например, девочка написала: «Ирина, я живу в Канаде и ни разу не видела сумок Brahmin со скидкой на их сайте. Где можно посмотреть?» И я ей предложила обратиться на сайт магазинов Dillard's или Macy's. Это вот я к тому... К тем, кто живет в Канаде, могут заказывать легко и свободно. И тем, кто живет в Америке, делюсь с вами этой информацией, что там бывают хорошие скидки на Brahmin. Именно, ну как хорошие, 30%, по-моему, на их сайтах. Если мы там с экстра скидками можем иногда побольше покупать, то там бывают вот до 30% на Brahmin. А на The Sac бывает и больше. Вот, то есть я делюсь с вами этой информацией. Мне этого не жалко. Пожалуйста, покупайте сумочки со скидками. Ой, какая тут красота. На этих сайтах, те, кто живут в Канаде и в Америке, кто живет в других странах, обращайтесь ко мне, либо к кому-то другому из блогеров. Кому как нравится. Я добрая. Не всегда, но добрая. До тех пор, пока меня никто не разозлил. Так, смотрите, с сайта Coach Outlet. Вот такая вот сумочка Хали. Мы ее часто смотрим в черном цвете, в канвасе она бывает. Вот в таком рыжем я что-то не помню, чтобы мы давно я вам показывала. Ну, видимо, когда-то показывала. Ну, вот в таком цвете они бывают. И вот так они на мне, на человеке смотрятся. Это вот сумочка Хали с сайта Coach Outlet. Все сайты я в описании всегда вам даю. Сумочка такая же Хали, но в канвас. Причем вот этот такой мягкий канвас, не формованный. Вот это с синими ручками и с синими кожаными вставочками к ручкам. А там на сайте, по-моему, и другие тоже цвета есть. Можете зайти посмотреть. Вот это сайт такого Outlet. И в них подкладка, смотрите, тоже синяя у этих. Ну, а какая там подкладка у других, которые отделаны, там, по-моему, даже красным есть, коричневым. Темным черным мы смотрели, которая отделанная, вот была в темном канвасе с черной отделкой недавно. Она была как раз черная внутри. А эти вот, смотрите, цвета какие. Как раз похоже, что вот такие вот цвета есть. То есть вот такие всякие сумочки с сайта Coach Outlet можно заказывать. И вот эта сумка, она вот как и та коричневая Хали, очень кожа мягкая. Вот такой вот шопер. Тоже с сайта Coach Outlet. Вот девочка тут. Она заказывала сумочек. Вот так вот она смотрится. Ручки у нее на цепочке у этого шопера. И там в нескольких цветах такие точно есть. Здесь у нее кармашек. Ручки, фурнитура вот так вот интересно сделана. И здесь они кожаные, эти ручки. И внутри плащевая подкладка. Но вот в этом случае такая темно-коричневая с каким-то бордовым отливом. Два кармана здесь больших. И с этой стороны большой кармашек под замочком. Вот такие шоперы у нас с вами были. С сайта Coach Outlet и с сайта Dillard's была сумочка The Sac. Мой любимый бренд Хоба. Мы получили вот такую сумочку. Мне кажется, то ли я недавно ее показывала. О, сейчас еще косметичку покажу. Такую сумку в другом цвете. То ли она была немножечко другая. Вот это вот как раз та черная сумка, которая... О, сейчас мы косметичку сюда и положим. Сейчас
в Израиль все это поедет, сегодня отправлю. Которая, я вам говорила, что имеет глейзинг вот здесь вот темно-коричневый, вот вам видно, наверное, да, который придает сумке черного цвета оттенок, как будто бы она такая бордовая. И непонятно, откуда этот цвет светится, то ли изнутри, то ли откуда-то. А он именно вот на этих вот отстрочечках. Тут он на ремешочках по бокам есть, да. Причем ремешки, вот видно, что регулируются. Они еще вот тут вот два ремешка завязаны. Она может превратиться в большую кроссбоди. И отрегулировав вот здесь, вы можете сделать ручку ей поменьше. Ну, мы все с вами теперь уже разглядели этот замочек. У них, как правило, вот такие хвостики у хоба. С одной стороны, значок хобовский, логотип вот такой вот. А с другой стороны написано, что это Хоба бренд. Обратной стороны вот такой вот в полсуки вместительный кармашек. Этот кармашек уже мы с вами разглядели. Он здесь с защитой, чтобы не вываливалось из него. Видно, да? Так, он не встречный. Вот так у вас хвостик будет висеть. И длинный хвостик на собачке у замочка с этой стороны. И внутри как похожи все хобовские сумки. Кармашек на замочке, кармашек большой без замочка. И с этой стороны два кармашка вот здесь. Вот такие вот небольшие. И дальше один общий отдел. Вот такое вот хоба мы с вами заказываем с сайта. Ой, по-моему, она без скидки, девочка, эту сумку заказала, она ей запонравилась. И да, со скидкой вот такая косметичка. Вот кто-то на мою тогда косметичку радовался, что тоже понравилось, Ирина, такое посмотреть. Вот тоже малышка. О, кстати, эта малышка еще и с зеркалом, представляете? Я, правда, не знаю, что там в этом зеркале увидеть. Один глаз ты только увидишь. Ну, наверное, достаточно, чтобы посмотреть в это зеркало. Оно вот здесь вот прицеплено вот так интересно на цепочке. У нее отделчик вот здесь. Ну, прям вот малышечка. Так, конечно, очень удобно. И еще есть потайной кармашек с этой стороны. Он в одну сторону вот так вот продвигается. Что-то она там тоже со скидкой на сайте Хоба. Ребята, только просьба. Одни вот косметички сейчас давайте пока заказывать не будем. Если что-то, только вот вы хотите сумочку заказать, то с сумочкой там косметичку будем заказывать. Или у вас уже есть, например, у меня какой-то заказ лежит. Потому что вот сюда, Аннушка, я вашу косметичку положила вот сюда. Ищите ее здесь, когда она к вам придет. У нее, может быть, здесь всегда будет место. Вот, просьба. Ну, в общем, я не договорила, но я думаю, вы меня поняли. Я покажу, конечно, вот это. Сама на себя же и навлекаю, что говорю, не заказывайте, а сама всякую мелочевку показываю. Это вот с сайта Coach Outlet, вот на этой вот цепочке. Опять вот этот вот маленький кейсик. Вот. Чего-то вы мне там писали, такой мне даже понравился ваши ответы, что кейсики. А что там с этими кейсиками вы мне писали, я забыла. Вот. Но тем не менее, сайт получал вот такой есть. Или положить назад, что ли, защиту. Так, и у нас с вами сегодня очки. С сайта Джимашоп. Сегодня у нас с вами очки от Dior аж целых трое. И часики Tissot. Спасибо огромное, кто мне подписал, что не читается последняя буква Т. Это швейцарские часы и читается только Tissot. Я стала слышать сейчас, когда они называют их, даже слышать от кого? От тех же, которым я звонила. Вот, кстати, это книжечки здесь лежат. Вот, обладатель, которым я буду отправлять. Я вот это вот все дело не буду отправлять, потому что это сразу добавляет $10. Вот нужны ли эти вот буклетики? Вот к вам вопрос. Я пока буду на следующей неделе в общей посылке отправлять. Очень уж они прям тяжелючие такие. Тут была у нас уже такая ситуация с такими часами. Коробка-то сама волшебненькая прям такая. Оп. Вот сюда вот у нее вставляется вот этот вот мешочек. Кейсик
ну, как сказать, пыльничек. Он вот здесь вот как-то вот так. Это вот они то ли отпали, то ли что. Вот он здесь есть, куда ему крепиться. И вот на такой подушечке. О, подушка-то еще вставлена вот в эти. Вот такие вот классные часики. Они все в защите. Поэтому, в принципе, я так думаю, что если я их одену, вам не будет страшно, потому что защита у них вот так вот они смотрятся, эти часы. Замочек у них вот такой вот встречный, двойной. Естественно, браслетик регулируется. Вот такая у них лейблочка на подушечке. Что-то они как-то там нормально такие по цене прям были, с очень хорошей скидкой. Ну вот на Tissot там бывают скидки. Ну там вообще просто бывает скидка дня или что-то такое. Вот они как смотрятся. Правильно я их держу-то? Ну да, правильно, 12 вверху. Вот. Бывают такие. А теперь очки. Очки диоровские вот уже приходят не первые, но они так интересно все упакованы. Они вот в такой коробке. Потом у них идет, они, как правило, уже в этой коробочке вот так вот очки и лежат. Они с платочком. А вообще, как бы для них есть вот такой вот смешной кейсик, который тоже заложен. Но я когда отправляю, я уже его открываю и очки туда в него вкладываю, чтобы... Ну, так сказать, они побольше у них защита была, что они едут. Этот кейс вот такой вот внутри. Здесь написано Dior, Christian Dior. Вот такой вот внутри он бархатный. С карточкой. Какой-то он смешной прям. Почему он такой-то? И вот так вот он закрывается. А ну сейчас я вам туда очки вставлю эти и его закрою. Закрывается он потом вот так. И вот такой вот он получается у него вид у этого кейса. А сами по себе очки нам же интересно рассмотреть. Так, конкретно вот эти. Так, а какого они цвета-то? А, они вот отсюда зеленоватые с этой стороны. Видите, какие стекла прикольные? Сейчас назад их запакую, вам покажу следующее. Вот у этих очков такая же коробочка, карточка. Вот хочу вам их. Показать. Коробочка, карточка, что там? Футлярчик. Все такое же. Вот такие вот очки, вот с такими они дужечками. Не буду их мерить. Я думаю, мы уже все знаем, как на нас сидят очки. Вот такие они приятные. И от Dior оправа для очков. Мы их так долго ждали. И я знаю, что девочка не против, чтобы я померила. Она хотела посмотреть, как они будут выглядеть. Такие вот они интересные. Вот здесь у них такое ребристое какое-то. Ну, вот это, конечно, прибавляет, что здесь будет так Dior написано, да? Они с двух сторон вот такие вот дужечки. И очень интересное, вот это тоже у них вот такое вот ребристое. Наталья, вот так они выглядят. Так, так. И вот такой вот у них, я надеюсь, видно, да? То есть, вот такие волшебненькие
А очечки. Вставили диоптрии и пошли украшать мир. Бизнес-вумены. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока.